Краевая прокуратура занялась энергосбытом. Она заставила компанию объясниться перед жителями края. Речь идет о новой схеме работы с населением. Напомню, с 1 сентября компания потребовала от красноярцев самостоятельных отчетов о показаниях электроприборов. Разобраться с новыми правилами было непросто. Многие до сих пор не заплатили за свет. Сайт энергосбыта не справился с количеством посещений, а на горячую линию дозвониться было практически нереально. Таким образом, красноярцы, не передавшие данные по счетчикам в установленный срок, нарушили закон, не по своей вине. Сегодня прокуратура постановила, энергосбыт должен был сообщить жителям, что они обязаны не во всех случаях сами платить за энергию. Иногда это должны делать ТСЖ и управляющие компании.